Меня зовут Настя Маслова. Я приехала из Ярославля с своим конем Гамбитом. Сегодня мы выиграли с ним финал Maximum Masters. Я заняла первое и второе место. Второе место я заняла в маршруте 110 сантиметров. Гамбит — орловский рысак. Я с ним тренируюсь чуть меньше года. Тренируюсь со своей мамой в Ярославле. В Ярославле я тренируюсь со своей мамой, а в Москве тренируюсь с Натальей Кургузовой. Я участвовала в двух этапах Maximum Masters. Я хотела очень сильно, чтобы я победила, и я победила. Я не ожидала, что я выиграю, потому что была очень большая конкуренция, но сегодня так получилось, что я выиграла. Маршрут был не очень сложный. Всего в этом маршруте был один из претендентов на первое место, и из этих 11 человек я стала первой.